Водитель проектора. Герман, помоги! Есть. Все, все заработало. Сейчас он нагреется. Ты не переключишь? А, все есть. Можно, наверное, я не знаю, в принципе, видно же, наверное, да? Да, да. Во-первых, я очень благодарен Володе, вам всем за то, что сегодня собрались. Для меня большая честь перед вами выступать. Для меня Володя очень много сделал в жизни вообще, в принципе, и открыл двери, сферу такого глубокого познания себя, и для меня это очень много и значит много. Я очень благодарен Герману за то, что такую вступительную часть, и я, Герман, тебя, пользуясь случаем, приглашаю на одно мероприятие. На эту же самую тему? Потом, да, на ту же самую тему. У нас, да, будет Forbes Anthology, такой клуб есть, и там я хочу, чтобы ты выступил, поэтому это такое. Спасибо, давай. Вот. Я, наверное, сегодня расскажу, я, ну, уложусь в 30 минут, расскажу, наверное, о том самом важном, чем мы сейчас занимаемся. И я не думаю, то, что вы для себя откроете прям какой-то космос или фантастику какую-то новую, вот, но это скорее такое информирующее сообщение. Вот. И оно очень сильно лежит в контексте обозначенной сегодня темы эволюции вообще в целом и развития человека. Вот. Наверняка вы слышали эту аббревиатуру ВУКА. Это про наш неопределенный, неустойчивый мир. Мир сложный, нестабильный, неоднозначный, неопределенный. Вот, да. Но это состояние для живых систем было всегда. Все миллиарды лет эволюции мы пребывали как живые системы ровно в таком состоянии встречи с неизвестностью. И у живых систем выработались определенные механизмы адаптации к этой неизвестности, которые мы можем очень неплохо изучить и понять благодаря исследованию, собственно говоря, этих живых систем. Вот один из ярких примеров, вот перед вами муравьиный плод, структура, которая формируется за счет того, что муравьи цепляются друг с другом, они цепляются челюстями за ножку, за лапу другого муравья, и формирует такую штуку, которая под поверхностным натяжением воды не тонет. То есть вот при объединении возникает у муравьев так называемое эмерджентное мета-свойство, появляется новая способность, которая ранее не выводилась из свойств отдельных муравьев. Они могут сверху положить яйца, личинки, муравьиную царевну, королеву высаживают, и могут в таком состоянии плавать десятки километров неделями, спасаясь там от ураганов, от чего угодно. То есть как бы это свойство, оно в эволюционном процессе возникает вследствие объединения вокруг общих результатов деятельности отдельных элементов системы. И, собственно говоря, в эволюционном процессе, если посмотреть на траекторию эволюции, основной движущей силой является как раз вот это объединение, в ходе которого возникает новое эмерджентное свойство, которое дает новые совершенно иные качественные характеристики, резко способствующие выживанию. И вследствие такой вот неродственной кооперации, как это называется, уже в дальнейшем формируются уже родственные какие-то отношения. То есть подобного типа объединения, оно фиксируется в генетическом коде как выигрышное для выживания. Поэтому, ну, ведущий эволюционист на сегодняшний день в мире говорят о том, что вот основной движущей силой эволюции всегда было сотрудничество. Перед вами вот Мартин Новак, он для меня вообще просто, конечно, выдающийся человек, абсолютно профессор биологии и математики в Гарвардском университете, руководит группа эволюционной динамики в Гарвардском университете. Один из ведущих эволюционистов в мире, у него индекс Хирша 144. Это, я не знаю, топ-50 просто всех ученых мира. Вот. И вот эта вот цитата. «Люди склонны считать, что эволюция – это беспощадная борьба за выживание. В действительности движущей силой эволюции всегда было сотрудничество». То есть в эволюционном процессе выживали, по большому счету, системы, которые, вот я сейчас вернусь к этому слайду, не те, которые быстрее, выше, умнее, сильнее, а те, которые умеют договариваться, объединяться вокруг общих результатов деятельности. То есть, он говоря, с эволюционной точки зрения, как бы более умный – это тот, кто как раз способен сформировать коммуникации и сформировать стратегии взаимодействия, которые лучшим образом способствуют получению общего полезного результата деятельности.
Вот. И весь эволюционный процесс, особенно в последнее время, это, собственно говоря, конкуренция вот этих стратегий кооперации. Вот так парадоксально звучит. Понятно то, что выигрывают. В любом случае, никто конкуренцию не отменял в этом процессе. Но мне нравится очень перевод слова «конкуренция». Тут у меня как-то разверзлась полемика, наверное, где-то год назад в Фейсбуке по поводу конкуренции. Значит, и я полез посмотреть этимологию слова «конкуренция» и был просто поражен. Я вот никогда не задавался этим вопросом вообще, не отдавал себе отчет в том, что конкурент вообще состоит из двух слов. «Кон» — это вместе с приставка, да? И «курент» или «карент», вы знаете, наверное, на английском слове есть течение, поток. То есть конкурент это, конкуренты – это люди, которые двигаются вместе в потоке. Но я такого никогда вообще не понимал значения этого смысла. Потому что для меня какой-то конкурент имел такое осмысление в русском языке, как некий файтинг какой-то, противодействие, противостояние. А то, что это движение вместе в потоке, вообще это удивительно для меня было. Так вот, в эволюционном процессе происходит такое движение вместе в потоке, и более эффективно становится система, более сложная, которая способна давать своим участникам пользу определенную приносить. И это фиксируется, и в эволюционном потоке, получается, действуют, по сути, две силы, которые в каком-то смысле противоборствуют, вот о чем сегодня тоже уже Герман сказал. С одной стороны, это стремление к сохранению того, что было, той, скажем так, кооперации, которая уже сложилась, тех отношений, которые уже сложились. А с другой стороны, парадокс. Но наиболее эффективной стратегией выживания является выход за эти рамки, как раз трансценденция. То есть мне требуется диалог на метауровне. Мне нужно превзойти ту систему представления о жизни, которая у меня есть, и ту систему безопасности, которая есть, для того, чтобы была безопасность на другом уровне. То есть, с одной стороны, я самосохраняюсь, вот это сохраняю статус-кво, то, что было получено, а с другой стороны, мне важно вступать в диалог для того, чтобы развиваться, для того, чтобы как бы обогащать свое представление о реальности, расширять это сознание, так сказать. Потому что чем шире, так сказать, сознание, система отдельно включенная в более широкий контекст, тем больше у нее свойств и более сложных характеристик. Ну, как, допустим, отдельная клетка человека, когда-то они были по отдельности, жили, существовали, сейчас их 100 триллионов вместе синхронно взаимодействуют, они могут на Луну слетать, например. То есть это некое такое уникальное свойство, которое никак не выводится из свойств отдельной, допустим, клетки. У Мартина Волка есть прекрасная книга, она только на английском языке, «Суперкооператор», я рекомендую еще прочитать тем, кто английский знает, очень хорошая. Вот, поэтому таким образом можно представить себе, что мы с вами такой своеобразный огромный муравьиный плод, и реализация жизненная человека очень сильно зависит от вот этого социального тела, сети взаимоотношений, которые человек включен. Вот, причем наиболее критичным фактором выживания этой системы становится вот этот закон важный физиологический. Это Петр Кузьмич Анохин, академик, наш с вами соотечественник, советский физиолог, академик Академии Естественных наук СССР, учитель моего учителя в физиологической школе. Вот он вывел этот закон важный. Передача информации в живых технических объектах подчиняется важному закону. Между начальным и конечным звеном этой передачи должна быть точная, адекватная информационная эквивалентность. Передача информации без потери информационного смысла. Такая максимальная точность коммуникации. И то, что, опять же, говорили сейчас про отношения, сейчас вот мы как бы просто чуть глубже на это посмотрим. Вот, от качества этих отношений в системе, в социальном теле буквально зависит вообще вся наша реализация жизни. Включая наше физическое здоровье, психологическое благополучие. Ну, вообще все. То есть мы живем этим телом. Это и есть наш, ну, как некий метаорганизм. Вот, и это подтверждается научными исследованиями. Я обычно на лекциях много рассказываю про это, сегодня будет совершенно коротко. Вообще меня критикуют, говорят, ты так много науки даешь, что не нужно. Вот. Но тем не менее, основные какие-то. Вот наверняка вы слышали вот это самое длинное в мире вот исследование взросления человека, Гарвардское исследование, 75-летнее. Профессор Джош Веллин, он был один из ключевых психиатров Гарвардского университета, руководил там клиникой и кафедрой. Вот. Он был директором исследований с 1972 по 2004 год, а вот сейчас Роберт Уолдингер. Он несколько раз на TEDx рассказывал о нем, можно найти в интернете, послушать от первоисточника. Там вывод основной такой: люди могут иметь успешную карьеру, деньги, хорошее физическое самочувствие, но без поддержки любящих отношений они не могут быть счастливы. Там вопрос был только один: а что больше всего влияет на благополучие, что самое важное? Вот. Вот эта группа исследований целая, проведенная вот под руководством профессора Джулиана Хуйлуст из Бригем Яна университета. В 2015 году они вообще самое большое в мире исследование сделали. 3,5 миллиона человек вошли в состав этого исследования со всех континентов. Это гигантские исследования, просто big data настоящие. Вот. И изучали влияние разных факторов риска на смертность человека. Что больше всего влияет? Оказалось то, что
Влияние социальных отношений на риск смерти превышает влияние других факторов риска, таких как отсутствие физической активности и ожирение. Причем вот если как бы там присмотреться, да, сейчас покажу. Вот посмотрите, это вот эти два столбца верхние, это как раз social connection, это вот курение максимально близко, а вот, например, obesity, это ожирение, да, и это вот физическая активность, вот соотношение этих факторов. Вот. Но этих работ довольно много. В Англии с прошлого года появился правительство министра одиночества. Женщина специально занимается проблемой одиночества, потому что очень много людей, которые вообще живут просто одни. У нас в Москве, например, если сейчас мне память не изменит, но где-то около 150 тысяч человек, которые просто домохозяйство, которые люди просто вот одни живут без родственников, вообще без никого. То есть вот они просто одни, все. Вот. Но это living alone, это как бы не то же самое, что одиночество. Потому что чувство одиночества это не то же самое, что, например, то есть человек может быть окружен кучей людей, но при этом чувствовать глубокое одиночество. Он может страдать от этого. А может находиться в уединении, он может быть все прекрасно, замечательно тоже это. То есть он не чувствует просто одиночество в этой ситуации. То есть это не равно. Можно быть одному и не быть одиноким. И можно быть в толпе и быть очень глубоко одиноким. Вот. Но само по себе переживаем чувство одиночества, ключевой фактор риска смертности. Вот. Еще ранее были исследования профессора Николаса Кристакиса, он раньше в Гарвардском университете тоже работал, руководил лабораторией природы человека. А сейчас в Йельский университет перешел, они сделали целый институт сетевых наук. Они как раз изучают отношения в широком масштабе. Вот. Он написал замечательную книгу, но переведенную на русский язык, связанную одной сетью. Я очень рекомендую прочитать, Connected на английском. Все мы – части социальных сетей. А это значит, что волны от событий, происходящих с другими людьми, неважно, знакомы ли мы с ними или нет, расходятся по сети и доходят до нас. Ключевой фактор, определяющий наше здоровье – здоровье окружающих. Вот. То есть, как бы... Это такой ключевой механизм, вот, и поэтому, допустим, работаю, опять же, там, в сфере здравоохранения, ну, это основная деятельность, которая, допустим, там, меня длительный период времени как минимум увлекала, профессиональной точки зрения, как бы мне было всегда понятно, что эта сфера, она просто вне фокуса системы здравоохранения находится, то есть ее, как бы, она слабо очень представлена, сфера отношений, мы очень мало внимания этому уделяем, ну, вот, медики, я имею в виду. Вот. И в этом смысле, допустим, когда человек хочет, чтобы его жизнь заработала, ему важно сместить фокус со своей, как бы, некой, со своего просто отделенного, скажем так, организма на некую сферу полей отношений. Это как раз вот этот переход в трансперсональную область, как раз которая больше всего интересует нас здесь собравшихся. Вот. И в этой области играет основное значение цели в контакте. И максимальное исследование договоренностям, то есть это как раз точность коммуникации. Вот. Про цели в контакте можно говорить бесконечно много, потому что это один из ключевых такой физиологических факторов. Дело в том, что есть много разных подходов к осознанию, как сказать, нашей психофизиологии. В частности, есть системная психофизиология, вот, очень активно развивается направление Юрием Васильевичем Александровым в Институте психологии Академии наук. Он ученик тоже Петра Чернокина. Так вот, есть павловский подход, стимулореактивно, а есть анохинский подход, который показал, в экспериментах доказал, что результат определяет поведение системы через цель. И поэтому цель для любой живой системы носит, ну, вообще фундаментальный характер. То есть цель определяет наше восприятие, определяет наше поведение, вообще все, что с нами происходит. И вот если представить себе наше поле отношений, ну вот я не знаю, там, поле отношений, да, вот эти вот мы как бы в неком социальном теле таком живем, от каждого вообще контакта. Вообще от каждого микроконтакта зависит то, что мы будем получать в результате нашей жизнедеятельности, наше состояние в целом. И цели какие могут быть? Исходить из открытости, могут быть из созидания, например, сотрудничества, из принятия, наличия вообще какой-то другой альтернативной точки зрения, максимальной честности. Или, например, закрытость, разрушение, борьба, сопротивление, правота, насилие, долженствование, лечение, учение без спроса, обман, манипуляция. То есть, что я в эту сеть отправляю, создаю. Вот от качества этих точек контакта зависит, причем не только наше будущее, то, что будет дальше, но и то, как мы будем осмыслять наше прошлое, потому что цель придет восприятие. Вот. И в этом смысле для каждого человека это всегда вопрос выбора. То есть, если я хочу, если я это понял, не надо искать какого-то гиперсмысла, как вот у меня есть даже пост в блоге, я написал то, что про это, всем искателям истины посвящается. То есть, он говорит, если я потерял истину, я ее не смогу найти, потому что у меня модели ее нет. Вот. И поиск ее будет бесполезен. Вот. И, если хочешь найти истину, будь ей, условно говоря, да, то есть следуй ей максимально. Вот. И в чем смысл? То есть, условно говоря, вот есть там конитом клеток нашего организма, головного мозга, и есть фундаментальное свойство живых систем,
вот эта сеть, она может работать как единое целое, но для этого требуется непрерывный и полноценный информационный обмен между всеми компонентами системы. То есть они не должны обманывать друг друга, условно говоря, и скрывать что-то друг от друга. Это непрерывный полноценный обмен, в котором клетки имеют общее информационное пространство. Если это информационное пространство разрушается, мы чувствуем сигнал, который называется боль. Это сигнал эволюционный, который создан для того, чтобы просигнализировать целостной системе о том, что где-то что-то целостность какая-то нарушается. Эта боль может быть физическая, она осознается так или иначе в дорсальном передней сингулярной извилине. Это может быть боль физическая, телесная, а может быть боль социальная. Вот Мэтью Либерман, такой очень известный, тоже как бы социальный, такой специалист в области социальных нейронаук, нейробиолог из ЮКЛА, вместе с коллегами они открыли, исследуя мозг, то, что социальное отторжение вызывает ту же самую боль, что и физическая боль, то есть она, в основном говоря, интерпретируется в тех же зонах коры головного мозга, осознается так же. Когда людям задают вопрос, а какое у вас самое травмирующее, самое болезненное событие в жизни было, вы знаете, 99% не говорят о том, что у них была какая-то физическая травма. Говорят о том, что кто-то их оставил, какой-то надрыв был душевный, какое-то предательство, может быть, что-то кого-то потеряли. То есть, ну, это социальная боль, это то, что нас больше всего волнует. Почему? Потому что это критично для нашего выживания, для сохранения генетического кода, потому что мы так миллиарды лет эволюции выживали. Для нас, как мне нравится у Мэтью Либермана, есть замечательная книга тоже, Social, тоже она, к сожалению, только на английском, вот, но можно прочитать. Он пишет, что надо пересматривать вот пирамиду Маслоу, потому что в основе пирамиды лежит потребность в поддержке. То есть, когда ребенок рождается на свет, вот если у него нет хостера, того, кто его примет, он погибнет. То есть, у нас так, мы так устроены, человек, что если ребенок рождается, обязательно должен быть кто-то, кто о нем должен позаботиться. И потом уже этот тот, кто заботится, дает ему и кровь, и пищу, и все остальное уже. Понятно, что эти потребности тоже они есть, они базы, безусловно, вопросов нет. Но, тем не менее, вопрос, а что мы, как участники этой сети, проецируем в эту сеть? Осознаем ли мы, что каждый из нас на протяжении жизни создает для себя вот это социальное тело, поле контактов. Как он себя проявляет в этом мире, там, что он проецирует. Вот. И проецирует ли он, как в обычных системах, давление какое-то, искажения какие-то, попытку навязать другому там, свою какую-то точку зрения, например. Или он проецирует свои чувства, переживания, весь образ эмоционально-чувственный, который есть здесь сейчас, с тем, чтобы услышать другого человека и из этой интеграции уже выйти на какие-то общие цели. Вот это самый важный вопрос. Вот, то есть что мы делаем? Мы манипулируем, мы пытаемся как-то сеть эту использовать в своих там, целях, или мы чувствуем себя частью этой сети, мы стремимся к максимальной интеграции с этой сетью. Вот. И здесь всегда стоит вопрос как бы защиты, в том числе от недобросовестных манипуляций. Вот часто люди говорят, там, ну ладно, окей, я там понял, надо быть вот таким там открытым, все прочее, но а как если мне там что-то негативное там делают? Вот. В этом плане, конечно же, важно понимать, что речь не идет о том, чтобы сохраняться в отношениях, в которых кто-то манипулирует. Но всегда есть очень как бы, важная такая грань, а манипулируют ли нами, то есть, или это может быть мы делаем. То есть, в этом смысле есть мой личный ключ, мой жизненный кризис был пройден через то, что я перестал думать, условно говоря, за то, что кто делает со мной. Я стал смотреть, что я делаю каждое мгновение времени, и мне это позволило говорить научиться нет и выходить из разных сложных отношений, но это был такой глубокий личный опыт. Вот. Так вот, первая фаза, если говорить про открытый диалог в целом, про такое осмысление вообще того, что, как бы процесса эволюции жизни, ну, вот, это понимание того, что я являюсь участником большой сети взаимоотношений, я максимально проявляю реальный образ того, что я из себя представляю, свои цели, желания, состояния и чувства, но, безусловно, мне для этого требуется диалог с собой. И, безусловно, это раскрывающий диалог. По мере того, как я представляю себя себе самому сначала, мне нужно себя себе представить, вступить в контакт с собой, а потом я могу представить себя где-то во внешнем мире. Вот. Я при этом, мне важно воспринимать другого человека без долженствования. Вот это слово мне очень нравится, долженствование. Наверняка слышали, есть такой американский психотерапевт, известный очень, Альберт Эллис, создатель рациональной эмотивной психотерапии. Вот, значит, у него это на английском языке прозвучит слово круто. Masturbation, от слова must. Must должен глагол. Вот на английском правильно оно звучит, потому что это вот мозга у нас есть еще одно слово хорошее. Вот, то есть мне кажется, что как бы другой должен быть следствие каких-то моих внутренних установок убеждений другим человеком. И отсюда один из корней насилия, потому что я начинаю как бы взаимодействовать с ним, считаю, что он должен поменяться. Вот. Но здесь в этом смысле для меня важно научиться воспринимать
то, что есть альтернативное сейчас текущее представление, оно может отличаться от моего. Сейчас об этом еще поговорим. И максимальная открытость, желание быть открытым, честным, желание прийти вместе к общему результату. Вот. И из интеграции мы видим уже общую настоящую цель. Я вчера на Синергии выступал на форуме, там было гигантское количество мотивационных спикеров разных вообще. Там начинает там Шварценеггер. Кстати, Шварценеггер очень круто выступил, мне понравилось. Прям по теме. Ну, то есть круто, значит, как мне нравится, да? Вот, конечно, да. С долей юмора воспринимать это. Вот. Но что интересно, просто очень многие люди говорят про цель. Вот, и ну, как бы цель действительно драйвит, она дает очень много. Но цель бывает, допустим, как там того же, там, я не знаю, там у Гитлера или у кого-то еще тоже. Это такая драйвовая тоже цель, но она приводит потом к дальнейшим гигантским разрушениям, если эта цель исходит не из интеграции, не из развернутого, раскрытого такого там, представления. Вот. Но если цель исходит именно из открытости, из общего контакта, из осознания того, что я без должествования взаимодействую с миром, то мы можем прийти уже к здоровым целям. И вот недавнее исследование показывает то, что это как раз продлевает нашу жизнь. Исследование Мичиганского университета мая 2015 года, совершенно свежее. Более 7 тысяч, ну, около 7 тысяч человек, более там, 60 лет, собранные за 4 года. Ученые подтвердили гипотезу о том, что наличие жизненной цели снижает риск смерти. Причем фантастически сильно. У людей без цели в жизни вероятность умереть повышалась в 2,43 раза. Наличие цели оказывало более значимое влияние на продолжительность жизни, чем пол, расовая принадлежность, уровень образования, употребление алкоголя, курение, регулярные физические упражнения. Про ложь тоже много есть интересных работ. Сейчас вот профессор Анита Кель из университета Нотр-Дам. 10 недель они просили людей там, не врать, не сказать информацию. И вот оказалось, что достаточно отказаться от искажения фактов незначительной лжи, чтобы человек смог улучшить свое физическое и психологическое самочувствие. В 4,3 раза сокращать число жалоб на психологические проблемы, в 2,7 на физические. Вот. То есть если вот такой как бы сухой остаток вот этой части подвести, вот, может быть два подхода к коммуникации. То есть я либо осознаю это все как муравьиный плод, как формирующую свою социальную систему, в которой, ну, допустим, где-то 5-10 тысяч человек на протяжении жизни вот так вот флюктуируют, взаимодействуют друг с другом, они либо синергичны, помогают друг другу во взаимодействии, в развитии, либо как-то мешают друг другу. И, может быть, такие даже отношения не особо нужны. Вот. Если это система директивного управления, когда цели индивидуалистические, люди в основном доказывают правоту, конкурируют за ресурсы, продают любой ценой. Мы в таких системах, особенно в корпоративных системах, очень много манипуляций, лжи, насилия, высокие энергозатраты на реализацию целей. Люди вообще соскакивают с общих каких-то целей, заставляют надо что-то делать. Низкая результативность как следствие, высокие коммуникационные издержки или транзакционные издержки называются еще. Низкая удовлетворенность участников процесса, достигается цель доминирующим над группой, должен быть кто-то, кто ударит кулаком по столу, скажет, так, все, ладно, хватит говорить, поехали. Ну, естественно, туда, где этому человеку кажется лучше всего, как вот в этой модели, когда люди начинают спасать мир, спасение мира сводится к тому, чтобы эти другие начали думать и делать, как я им говорю, самому говорю. То есть вот тогда мир будет спасен, как бы, да? Как именно, не имеет значения уже, там модель, она может быть разной совершенно, но суть то, что вот тогда будет все хорошо. Но это получается такая ошибочная модель с точки зрения живых систем. Вот, и, наконец, ну, естественно, эта система не будет удовлетворенной, потому что, ну, как бы пришли куда-то, но получилось, как всегда, через одно место, вот, то есть, и при этом издержки большие. И с другой стороны, если система открытого диалога устроена, допустим, в организации или в семье, возникает сотрудничество, обмен ресурсом, совместное творчество и выражение себя, ну, вот, довольно эффективные среды, в которых низкие коммуникационные издержки. Вот, мы даже как бы стали обучать здоровьем сотрудников предприятия, ну, объясняя вот эти механизмы. И когда люди осознают, просто даже на элементарном уровне, даже интеллектуального познания, я еще даже не говорю про практику, вот это уже сильно меняет их правила коммуникации, которые они используют. Они начинают понимать вообще, что их травмирует и убивает. Но главная причина, конечно, главным барьером является такой эмоциональный блок. Вот Герман сегодня уже говорил про табуирование, в частности, сексуальной нашей энергии или переживания, вообще влечения. То же самое касается и сложных переживаний других. Секс-позитивные еще переживания, ну, пока оно не табуировано, да? Вот. Но боль — это тоже табуированное переживание, да, то есть очень сильно табуировано. То есть в нашей культуре почему-то считается, что боли там быть не должно. Хотя боль — это сигнал обратной связи, который необходим для восстановления целостности организма, системы. Вот. И болезни, разные сложные переживания, вот посмотреть, даже я смотрю на своих детей, у меня четверо, я наблюдаю за тем, как по-разному мы относились к их развитию, воспитанию. И
даже сейчас уже там многое понимаю и так далее, я обращаю внимание, как легко очень в нашей среде, прокачанной, я считаю, социальной, когда ребенок, допустим, плачет, особенно трехлетка, там все, кто там были, знают, вот, очень легко начать как бы с ним взаимодействовать через попытку как бы не принимать эти чувства и переживания, которые у него есть, то есть через некое желание как-то его, не знаю, как-то его сделать более удобным, что ли, вот, то есть. И вот это складывается потом в проблему с коммуникацией, потому что, сталкиваясь с другими представлениями людей, чисто эволюционно в нас заложены механизмы, мы испытываем негативные чувства. Почему? Потому что нам надо вообще иметь общую картину, чтобы выжить эволюционно. Поэтому, если я сталкиваюсь с другой картиной, мне надо либо, ну, короче, мне бы пожелательно совместить эти картины. Но если я убежден в объективности моей картины реальности, то у меня все тяжело, то есть я сталкиваюсь с другим человеком, он мне говорит, да нет, это не слон, там, а змея, помните эту притчу про мудрецов, которые с разных сторон, с завязанными глазами. Вот, и зная нейрофизиологию, я понимаю, что цель определяет восприятие. Вот недавние исследования MIT в частности показали, что мы физически вообще видим мир по-разному. То есть мы реально видим мир физически по-разному. У каждого из нас своя уникальная картина реальности. Чем более разные у нас социальные поля, отношений, тем более разные картины, потому что эти картины программируются социальными полями отношений. Но дети Маугли, которые в лесу воспитываются животными, они никогда не развивают высших функций человека. Они даже прямохождение не развивают. Вот до такой степени вот эти функции запрограммированы. Вот. То есть это некое полевое воздействие информационного поля широкого масштаба. И мы запрограммируем, безусловно, как вот Кристакис пишет, то, что это определяет наше восприятие, наше поведение, много факторов. И сталкиваясь с другой точки зрения, для нас изменение этой картины становится, ну, как бы риском жизни, да, риском для выживания. И поэтому, привязываясь к этой картине, мы считаем, что другие как-то неправильные, и сталкиваясь с другими представлениями, мы испытываем отрицательные чувства, и если они табуированы, мы начинаем с ними бороться, с этими чувствами. Мы их вытесняем, проецируем, безусловно, на других. Про проекцию вы, наверное, лучше меня знаете. Вот. Мы начинаем бороться с другими людьми, с этими чувствами в других людях. И нашей целью перестает быть вот этот открытый диалог, поддержание сети отношений. Доказательство правоты становится подавление другого, его эмоций, представления, отрицание, отражение, конфликт, ну и цикл, потому что сложные переживания, они вызывают внутреннее сопротивление, борьбу. И функциональная система, когда не закрыта, то есть если я, допустим, давление у человека снизил с помощью препарата, есть золотое правило саморегуляции в живых системах, закон такой, оно обязательно поднимется. То есть сила противодействия будет в живой системе выше всегда, чем то, что мы на нее повлияли. Поэтому, если мы подавили эти переживания, они будут усиливаться. Вот мы говорим, чувства захватывают, возникают взрывы, срывы, депрессивное состояние, суицидальные мысли. Вот этот негатив накапливается, при этом контакт ослабляется с другими людьми. Социальный буфер растворяется, чем сильнее теряется поддержка, чем сильнее растворяется социальный буфер, тем сильнее мы начинаем еще больше травмировать людей вокруг себя. Вот. И как выход из этого процесса, это учиться, безусловно, проживать сложные переживания, потому что это основной барьер в коммуникации. Вот. И это можно сделать только в специальной социальной среде. То есть человек сам по себе это сделать не может, у него нет интернализованного образа. Ему обязательно нужно попасть в группу людей, которые допускают у него и у себя наличие сложных переживаний, могут об этом вслух говорить. Это очень близко к тому, что сейчас Герман говорил, в том числе про открытость, это касается и сексуальных в том числе. Свойства, переживания, всего с этим связано. Вот. Без агрессии, экологично, соблюдая принципы работы живых систем, то есть без долженствования. Вот. И таким образом, повторяя многократно, циклично, тренируя вот эту способность осознавать, что мы чувствуем, выражать это, можно развить навык такой канализации переживаний сложных, или облегчается контакт, потому что потом человеку не нужна группа, ничего ему не нужно. То есть он ходит, у него хорошо дышит сердце, потому что не блокируется переживание. Вот. И мы в университете стали делать разные проекты с этим связаны. Вот в частности у нас созрела школа открытого диалога, мы делаем очень простые вещи. То есть мы объясняем, как работает психофизиология с базы теории функциональных систем. Там все очень упрощается. Вот. И дальше, значит, люди в группах делятся своими чувствами и переживаниями. Только из текущего момента. То есть это самое сложное, потому что обычно в истории кто-то улетает, там, начинает объяснять, кому что делать, там, какую книжку прочитать. Вот, ну, что люди начинают делиться же сложным материалом, который обычно подавляется. Вот, и как бы рефлексия. Но ничего, это перебарывается, как бы от времени, да, это проходит. Вот. В конечном итоге это дает, вы не поверите, но это дает на четверть прирост качества жизни, если изначально оно было снижено. Это фантастический прирост. То есть ни одна медицинская технология не дает такого прироста от простой коммуникации. Уж сколько там проблем решается. Вот. Поэтому вторая фаза этого открытого диалога – это обучиться навыку переживать, сопереживать.
Его невозможно выработать самостоятельно, потому что он интернализуется из социальной среды, поэтому нужна среда людей, которые договорились это делать, работают над этим, тренируются. И тренировка приводит к существенному улучшению качества жизни. Не в завершение уже, я просто как выводы. Мы реализуем себя через сеть отношений, от качества этих отношений зависит качество нашей жизни, здоровья, наличие смысла вообще в жизни, реализация. То есть, когда человек начинает искать смысл, как бы, когда он одинок, как бы, ему сложно это очень найти, но когда он открывается, интегрируется, он начинает видеть очень много смысла, в чем можно себя реализовать и помогать. Вот. Мы вкладываем себя в отношения, от качества этого вклада зависит результат, что посеешь, что и пожнешь. Ключевые навыки – это соблюдение договоренностей, искреннее выражение себя, умение слышать других, желание слышать других, формирование общей цели, сопереживание. Это возможность переживать, в том числе, когда рядом кто-то что-то переживает, и выражать в том числе себя, и говорить «нет» деструктивным отношениям. И, наконец, эта сеть отношений, она непрерывно эволюционирует, люди постепенно меняются, либо трансформируются, либо сами, то есть за счет зеркальных нейронных систем, либо они просто физически меняются на тех, кто любит, помогает, принимает и поддерживает. Вот. И рождается такое явление, о котором еще Юнг сказал, известное у каждого в жизни, это явление синхроничности или потока лады, такое эмержентное следствие множества положительных взаимодействий в отношениях. Когда я выгоду не от отдельных отношений получил, а я как бы взращиваю среду, в которых у меня возникают всякие ништяки время от времени. Вот. И вот такое волшебство получается. Благодаря здоровому социальному телу жизнь действительно начинает напоминать чудо. Проявляется мощная самореализация, лучше становится во всем шаг за шагом. И в самое завершение, специально я вчера для бизнесменов показывал слайд, и вам тоже покажу. Джек Ма, это самый богатый китаец на свете, он фразу такую сказал, нужно, про детей говорил когда, нужно совершенствовать все грани интеллекта, работая над тремя видами, IQ, EQ и LQ. Иными словами, операционной эффективностью мозга, эмоциональным интеллектом и коэффициентом любви, который не может испытывать машина. Если хотите, чтобы вас уважали, вам нужен LQ. L от слова love. Вот. И самое последнее, Володя, извини. Да. Вот. Основной вывод Гарвардского исследования, Джордж Уэллин книгу написал, его поменяло это полностью, он из классического психиатра превратился в совершенно другого человека благодаря этому исследованию. Вывод основной, теплота взаимоотношения на протяжении жизни наиболее сильно влияет на удовлетворенность жизни. Счастье – это любовь. Точка. Вот. Ну все, это моя семья. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за это послание от эволюционной медицины всей нашей конференции. Да. Теперь мы знаем, да, мы знаем, от чего зависит здоровье, да, прежде всего. И, кстати, совсем недавно Роберт Дилс в интервью для фильма «Инструмент эволюции» подтвердил в значительной степени то, что Дима сказал. Он сказал, что, согласно исследованиям Google, главный фактор продуктивности творческих групп, исследовалось свыше 1000 групп, работающих в Google, номер один – это миссия, высокая цель. Номер два – это качество взаимодействия отношений. Не материальное обеспечение, не количество людей, не деньги, которые есть, а первые два фактора, которые, как ты нам рассказал, являются ключевыми факторами для здоровья. Да, спасибо большое. Все, кто хочет Шаминков.ру, контакт, совсем вопросов не будет. Да, через сети. И, пожалуйста, Диме, у него центр на Бали и центр на Алтае, а скоро будет и в Москве. Через сайт все известно. Спасибо. А теперь я приглашаю другого выдающегося трансперсонолога, исследователя, это самое главное, у Евгения Борисовича Файдыша, как у меня, научная основа, физтех, мы с ним закончили. Спасибо.